О, Наташа, ты сегодня не одна. Да, я решила появиться перед нашими гостями во всеоружии. Зеленый в год желтой собаки, говорят, приносит удачу тем, кто стремится к духовному и финансовому росту. А вдруг мне повысят зарплату? Ну, а для того, чтобы все желания мои исполнить, загаданные в новогоднюю ночь, я взяла еще с собой символ нынешнего года, желтую собаку, ну, почти желтую. Зовут ее Кэти, это наша любимица. Неужели ты действительно веришь во все эти знаки, символы и предрассудки? Ну, не то чтобы верю, просто очень хочется верить. Ну, Новый год же, а когда, как не Новый год, этим чудесам и случаться? Ну, не знаю, мне кажется, что нужно надеяться в первую очередь на себя. Вот если хочешь заработать на дорогую машину, нужно взяться и долго-долго на нее зарабатывать. Вот, а во все эти китайские календари, честно говоря, я вообще не верю. Знаешь, ну, я согласна с тем, что не надо слепо верить, но в чудеса все-таки верить нужно. Новый год же. Ну, многие, я думаю, с этим согласятся. С Новым годом! И пусть все ваши желания исполнятся не только по китайскому календарю, но и без него. С Новым годом! ...2017 год для туристической компании «Илва» стал по-настоящему богатым на события. Накануне Нового года состоялась встреча президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с представителями деловых кругов. Среди них руководитель туристической компании «Илва» Лариса Петровская. Компания, которая оказывает самый широкий спектр туристических услуг, отметила 25-летний юбилей. Стала победителем национального конкурса «Предприниматель года 2017» в номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг». Получила национальную туристическую премию «Познай Беларусь 2017 год» и стала победителем в номинации «Туроператор года». Неудивительно, что встречать Новый год в Илве могли уже 1 июня. Ведь именно в первый день лета объем экспорта услуг был равен оказанным за 2016 год. У Илвы много благодарных и, что особенно важно, постоянных клиентов. Илва, ко мне! Мы давно дружим с компанией «Илва». Мы объездили много стран, и поэтому нашу собаку назвали «Илва». Особой популярностью в новогодние праздники пользуются поездки в Беловежскую пущу к Деду Морозу. Чекаю вас в гости, шановные ветеряне. Счастья, здоровья вам и успехов! Уже 3 года страны Балтии встречают юных художников и артистов международного творческого проекта «Арт-панорама». 7 лет Чехия восхищается талантом белорусских мальчиков и девочек. Сочетать же все выставки и творческие мероприятия, прошедшие в Беларуси на протяжении более 10 лет, невозможно. В гостеприимной Польше проект «Арт-панорама» прошел впервые. Свое мастерство и талант юные художники показали в культурном доме при посольстве Беларуси в Польше, что, несомненно, придало особую значимость и торжественность фестиваля. Отдельно стоит отметить инновационный проект «Азбука путешествий». Программа согласована с Министерством образования и пользуется популярностью у школьников. Они лучше и легче усваивают учебный материал, участвуют в интерактивных конкурсах. Наступает год собаки, верного друга человека. Мы станем мудрее, добрее и преданнее. И будем бескорыстно любить своих родных и друзей. В год собаки туристическую компанию «Илва» обязательно ждет успех. А нас, туристов, новые открытия. Приготовьтесь удивляться. С Новым годом, любимый город!